Солевой спрей для укладки волос от компании Dapper Dan. Погнали! Привет! Вы на канале о мужском стиле, я Бородач. С вами Альфредович. Сегодня у меня на обзоре солевой спрей от британской компании Dapper Dan. Скажу, что мне понравился этот солевой спрей. Он дает очень неплохой объем, хорошо фиксирует волосы и, подсыхая, придает матовый оттенок. Солевые спреи были разработаны специально для тонких волос и для нормальных волос. Чтобы уложить тонкие жидкие волосы, всегда нужно использовать солевые спреи, тоники или пудры. Все твердые сталинги из банки для таких волос будут слишком тяжелыми. Причем, если у вас тонкие волосы, вы можете использовать только солевой спрей, и ваши волосы будут держать форму целый день. Если у вас нормальные волосы, то спрей лучше использовать как пре-стайлинг. Спрей добавляет объема и упругости волосам и не утяжеляет их. В этом его магия и главная фишка – не утяжеляет волосы. Рассказываю, как пользоваться. Помыли волосы, собрали воду полотенцем, берете солевой спрей и брызгаете на волосы. Затем хорошенечко прочесывайте волосы расческой или рукой. Важно распределить солевой спрей по всем волосам. Затем укладывайте волосы, как вы хотите. И все готово. Для тонких волос этого достаточно. Нормальные волосы можно потом немножечко зафиксировать, ну, чем-нибудь из твердой баночки. Если у вас склонны к жирности волосы, то солевой спрей вам тоже подойдет. Для того, чтобы сохранить свежесть в течение дня. Дело в том, что солевой спрей отлично абсорбирует жир на волосах и немного подсушивает кожу на голове. Поэтому волосы будут медленнее жирниться, скажем так. Из этого правила вытекает логичный вывод, что обладателям сухой кожи головы, всем тем, кто моет голову один раз в 4 дня, солевой спрей я не рекомендую. И вы можете пересушить кожу головы и получить именно сухую перхоть. Поэтому прежде чем приобретать стайлинг для своих волос, важно выяснить, какой у вас тип кожи на голове, какой тип волос. Если сами не можете провести эту диагностику, рекомендую проконсультироваться со своим мастером. Каждый барбер легко сможет поставить вам диагноз. Друзья мои, при укладке я рекомендую использовать вот такой гребень с редкими зубчиками. Он дает классную текстуру волосам. Иначе говоря, дает отделенные друг от друга пряди, которые смотрятся крутенько. Солевой спрей на водной основе, а это значит, что если ваша укладка немного потеряла форму в течение дня, легко можете все это дело поправить с помощью небольшого количества воды. Просто смочите руку и взбодрите волосы влажной рукой. Если хотите добавить фиксации, то сбрызните еще раз солевым спреем и все готово. Солевой спрей совершенно незаметен на волосах. Утяжелить им волосы невозможно. В рамках разумного, конечно, брызгайте. Скажу отдельно об аромате этого спрея. Производитель заявляет аромат сандалового дерева. Соглашусь. Но, на мой взгляд, это, знаете, все равно такой олдскульный аромат винтажного одеколона. Звучит круто. Но аромат будет держаться на ваших волосах недолго. Солевой спрей идеально подойдет для совершенно любых стрижек. Его можно носить и на сухие волосы. Но мне, лично мне, больше нравится, как он показывает себя на влажных. Думаю, я достаточно подробно рассказал, как пользоваться этим солевым спреем. Используйте стайлинги со знанием дела. И тут у меня, опять же, очень важное объявление. Каждый из вас знает, что в сети барбершопов «Бородач» вы можете постричь волосы на бороде, на голове. Однако у нас есть целый пул дополнительных спа-процедур. Это первоклассный массаж головы, одновременно скрабинг кожи специальными шампунями. Это гидрогелевые патчи для глаз. Просто перед стрижкой кладете их себе под глаза и в конце стрижки снимаете. И получаете к своей свежести еще 100 баллов. Есть услуги по глубокой очистке кожи лица, идеально удаляя черные точки. Удаляем волосы горячим воском в разных зонах – уши, нос, брови, щеки. Ну и, понятное дело, тонирование бороды и усов. Все это для вас. Если намечается важный день, вы можете просто заскочить на несколько минут, сделать идеальную укладочку на целый день. Главное, друзья мои, дорогие мужчины, заботьтесь о себе. Если не вы, то кто? Поверьте нашему опыту. Записаться на любую услугу вы можете через приложение «Бородач» в мобильном телефоне. Ссылка на скачивание будет под этим видео. Следите за собой. А я завершаю это видео. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях, обсудим. Если нет вопросов, ставьте лайки и просто подписывайтесь. С вами был Альфредович.
Вы на канале «Я Бородач». Всех обнимаю. Пока.